Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема сегодняшнего урока – укрепление хрупких ногтей. Укрепление ногтей производится несколькими способами – при помощи натуральных компонентов и искусственных материалов. К искусственным материалам относятся укрепление биогелем и укрепление полигелем. Поэтому на сегодняшнем уроке я покажу вам укрепление при помощи биогеля. Перед тем, как приступить к работе, мы должны обработать руки антисептиком. Обрабатываем руки мастера, а также руки нашего клиента. Смотрим на форму ногтей и придаем им ровность и симметричность. После того, как мы подпилили длину наших ногтей, мы приступаем к отодвиганию кутикулы. Кутикулу отодвигаем при помощи инструмента пушера. Легкими движениями приподнимаем ее для лучшего покрытия. После того, как мы отодвинули кутикулу, мы приступаем к следующему этапу обезжиривания ногтевой пластины. После жидкости дегидратор мы наносим праймер. Праймер нам нужен для лучшей сцепки материала с ногтевой пластиной. После праймера мы наносим базу для ногтей. Наносим тонким слоем базу для ногтей на всю поверхность ногтевой пластины. База втирается в ноготь.
и сушится в лампе 60 секунд. Также можем приступить к следующей руке. Опять же, тонким слоем наношу базу на всю ногтевую пластину. Сушим эту руку также 60 секунд. После того, как мы нанесли базу, я наношу следующий материал – биогель. Биогель нам нужен для укрепления ногтевой пластины. Его также я наношу тонким слоем. Тонким слоем, втирающими движениями, и ставлю одну каплю и вытягиваю апекс нашего ногтя. Для работы с биогелем нам понадобится специальная щеточка. Она имеет вот такую плоскую поверхность и немного скошенный конец, что позволит нам подобраться в труднодоступные места. Далее я должна приготовить себе смоченную в спирте салфетку для того, чтобы удалять излишки биогеля с кисти. Такими же движениями, тонким слоем, я наношу биогель на всю ногтевую пластину и равномерно распределяю его. Ставлю одну каплю и вытягиваю вдоль длины ногтевого ложа. Проделываем эту процедуру со всеми пальцами. Ставим каплю и вытягиваем ее до конца, распределяя по всей поверхности наш биогель. Для того, чтобы у нас сформировался ровный апекс, мы просим нашего клиента перевернуть руку в такое положение и подержать 10 секунд.
Переворачиваем пластину и равномерно распределяем биогель по всей поверхности, чтобы не было волн. Такими движениями мастер может регулировать движение нашего геля. Сушим в лампе 30 секунд. Приступаем к следующей руке, и такими же движениями мы проделываем эту же процедуру. Преимущество биогеля в том, что материал обладает пористой поверхностью и что позволяет ему дышать, не закупоривая поверхность ногтевой пластины. Держим 10 секунд в таком положении. Регулируем движение биогеля при помощи таких движений. Остатки геля можно удалить кистью. Сушим в лампе 30 секунд. Большие пальцы мы делаем отдельно, чтобы наш биогель не затек в боковые валики. Также тонким слоем я втираю биогель на ногтевую пластину, распределяя по всей поверхности нашего ногтя. Ставлю каплю и вытягиваю по всей длине. Движения кисти должны быть легкими. В таком положении рука клиента ждет 10 секунд, пока мы за это время можем проделать следующий палец. Переворачиваем. Переворачиваем. И держим два пальца в таком положении. 10 секунд. Переворачиваем руку. Выравниваем гель хаотичными движениями.
и сушим в лампе в таком положении. Также 30 секунд. На этом укрепление биогелем закончено. Дальше, по желанию клиента, вы можете нанести либо гелевое покрытие, или же сделать какой-то дизайн. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами.